обаяли своим искусством и своим личным творчеством весь Евросоюз. Внимание на экран! Бурановские бабушки! Уважаемые сотрудники и педагоги Института современного искусства, мы, бурановские бабушки, от всей души поздравляем вас с вашим замечательным юбилеем и благодарим за замечательное воспитание вашего молодого человека и нашего друга, композитора, певца Дмитрия Нестерова. Земной вам поклон и большой привет из Удмуртии! И в продолжении этого видеообращения, этой видеооткрытки на сцене сам Дмитрий Нестеров. Вот такой молодой, подтянутый, спортивный. Дима, тебе слово. Молодой, озорной, как ветер в поле. Здравствуйте! Добрый всем вечер! Поздравляю вас с 25-летием моего любимого, родного Института современного искусства. Всем педагогам низкий поклон. Пусть вам каждый год будет снова 18! Молодцы, хлопаем, достаем ладошки, хлопаем! Ожидания и капризной судьбы обещания. Но любовь задержалась в пути, ведь нам друг друга так сложно найти. Молодой, озорной, как ветер в поле, мое сердце рвется птицей на волю. Я лечу за тобой, не зная преград, словно юность ко мне вернулась назад. Готовы, детки? Счастливой невестой. И скоро!
вечно молодой Дмитрий Нестеров. Я прошу заметить, и вечно трезвый. С 27-летием поздравляю вас, Институт современного искусства. Вечно трезвый. Это выгодно, Дима, тебя отличает от всех нас. А мы продолжаем. Поздравления от детского музыкального театра «Домисолька», художественные руководители Ольга